этот день, 12 февраля, родились Анна Павлова, выдающаяся русская балерина, Василий Чуйков, маршал Советского Союза, герой Сталинградской битвы. 12 февраля 1947 года в Приморском крае упал с Сихоте Алинский метеорит. В этот день 1955 года советское правительство приняло решение о строительстве космодрома Байконур. 12 февраля 1864 года в Москве был открыт зоопарк. Главным идеологом создания зоопарка или зоосада, как его называли в старину, стал биолог французского происхождения Карл Францевич Рулье. Выходец из небогатой семьи, Рулье получил степень доктора медицины, после чего преподавал в Московском университете, читая лекции по зоологии и минералогии. Наряду с педагогической деятельностью и изданием журнала «Вестник естественных наук» Рулье занимался изучением темы акклиматизации. С подачи ученого был создан комитет акклиматизации Императорского Московского общества, который ставил перед собой задачи изучения приспособляемости растений и животных в московском климате. Наука особенно настоятельно требует следить за изменениями вновь перевезенных существ и за приурочиванием их к новым физическим условиям. Мы уверены, что наука выиграет от того чрезвычайно много, подчеркивал Рулье на заседании комитета. Начиная с 1858 года, комитет стал проводить в Москве ежегодные выставки животных. Император Александр II, известный всем как любитель реформ и преобразований, поддержал инициативу ученых-биологов. Москвичи же получили возможность увидеть 82 представителя фауны. Так возникла идея создания зоосада, который должен был стать не только постоянным местом для развлечения московской публики, но и площадкой для научных исследований. Правда, Рулье до открытия зоосада не дожил. Инициативу завершили его ученики, профессора Московского университета Сергей Усов и Анатолий Богданов, между которыми вскоре пробежала черная кошка. Прожив год в Европе, Богданов изучал зарубежные зоосады и фермы, считая первостепенной коммерческую сторону вопроса. Усов же отдавал предпочтение просветительской функции этого проекта. Вечный как мир спор. В итоге соратники разругались, поделив сферы интересов. Усову отошел зоосад, а Богданову – зоомузей. Уйдя из комитета акклиматизации, Богданов устранился от всякого участия в его делах, а Усов, в свою очередь, никогда не обращался в университетский зоологический музей, которым ведал Богданов, и даже не пользовался его коллекциями при своих чтениях в университете, хотя последние терпели от этого ущерб, писал биолог Райков. Живой музей на открытом воздухе стал доступным для населения с любым достатком. Входная цена за билет была назначена символической и составляла в праздничные дни 10 копеек, в остальные дни 20 копеек, по четвергам 50 копеек. Крупные серые попугаи, красные, голубые ары и белые какаду обыкновенно качаются на металлических кольцах и трапециях, подвешенных к деревьям и столбикам у самого входа в сад, озадачивая посетителей на первом шагу своим пронзительным криком, делился впечатлениями журнал «Кругозор». Императорские особы почтили своим вниманием зоосад. Александр II подарил ему слона, князь Константин Романов – носорога, египетский правитель – зебру. Первые годы зоосад пользовался большим спросом населения, но, существуя в основном на деньги меценатов, к 83 году 19 столетия зоосад пришел в упадок. По этому поводу писатель Антон Чехов грустно заметил: «За все лето ни одного посетителя. Оправдываются люди тем, что в саду все зверье передохло. Это резонно, но только отчасти. Передохло, но не все». В 1905 году ситуация усугубилась. Революционные бои прошли по территории зоосада. Здания были разрушены, многие животные погибли, аквариум сожжен. Второе рождение зоосад получил лишь в 1926 году, после его национализации. Зоосад был переименован в зоопарк, его территория расширена, а на ней открылись новые вольеры. Газета «Вечерняя Москва» писала: «Вчерашний день был совершенно исключительным в истории московского зоопарка. Уже с утра трамваи и автобусы, идущие по направлению к зоопарку, брались с боя. 6 касс не могли справиться с тысячными толпами, и администрация парка, мобилизовав всех своих сотрудников для продажи билетов, открывала одним за другим новые окна касса, спешно прорубаемые дворниками прямо в заборе. Всего за вчерашний день зоопарк посетило 30 тысяч человек. Цифра еще не бывала за все время существования зоопарка. Его отец-основатель Богданов был бы доволен».